Эй, Скиф. Так, мужики, пока толпа наших фанатов не набежала. Возьми себе чуть. А. Мать. Этот хер, походу, за... Ты... Твою мать. Серп, куда теперь? Петрович, это под плетень принял. Маус! Да. Пойдите в леску! Я точно жру! Я тебе точно говорю! Они специально сюда выдавливают! Я этих уродов знаю! Работаю! Ясно поняла, что, наверное, не потяну такую жизнь. Правда? Лагать цветы. Ладно. Я, конечно, могу говорить все, что угодно. Ты же вновь все сделаешь, как ты считаешь нужным. Мужики, все же... Лет. Да вообще никаких следов. Херово. Нужно проверить еще пару резервных точек. Мои пацаны не могли просто так исчезнуть. Конечно, не могли. Мы их найдем. Уходим. Штат расследует. Чем в реальности занимается эти мрази? Под... А у нас же типа невесомые. Политики, блядь. Проблемы дома должны оставаться дома. Да, я знаю. Но ты также говорил, что возвращаются лишь те, кому есть куда вернуться. Да что тут вообще решать? На маршруте, где мои парни могли бы закрепчистить, в попыхах снова потери будут. А если я прав? Если мои парни там, если они ранены? Ну, когда нас на тот ангарчик вывел. А я демона знал еще с армией. Так, никаких следов группы Скифа. Идем проверять второй корпус. У нас контакт. Патруль диких минус. Контроль. Контроль. Опять повсюду эта хуйня. Опоздавшие на борт будут догонять. Буду как штык, клянусь. Только у мамы надо отпроситься. Мандир, а у тебя там спецсвязь?
загрузки на борт еще 4 часа. Мужики, а где Бировская группа? Мы грузиться сейчас должны. ЧВК, что ли? Так вон они! Наш вылет только через час. Так говорят, ваш командир переиграл все, но пораньше.